И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и мы продолжаем играть в... Team Fortress 2. Короче, мы играем в Team Fortress 2, и это у нас Team Slender Fortress, как ты мог догадаться, и мы захватили сервер. Я просто сделал объявление. Ну, короче, смотри. Мы захватили сервер, и сейчас мы будем вспоминать наши бывалые Slender Fortress'и. Короче, это Slender Fortress. Slender Fortress, как ты можешь знать, Slender Fortress — это побег от Слендермена. Слендермен же тут является главным протагонистом или антагонистом. Блин, я путаю, антагонист. Ну ладно, короче, плохишом, и он должен нас будет убить. В данном случае тут нет Фредди. Или есть, хз вообще. Ну, тут каждый раз за нами кто-то разный бегает, и я только что не смог ответить чуваку насмешкой. Это... Ладно. Зашали меня. Короче. Надо сейчас взять. А, его уже взяли. Нам нужно выжить целых 3 минуты. Я, короче, себе сделал маленький размер. Знаешь почему? Не потому, что мне нравится быть маленьким, а потому что, смотри, читерство. Пробежал. Пробегаю вообще налегко. Тут даже выиграть будет несложно. Ну, короче, смотри. Вот мы бегаем, в принципе. А давай, кстати, попробуем нашу старую тактику. А помнишь, мы в прошлый раз, короче, пытались на этой же карте затащить, но что-то пошло не так. Но в этот раз мы затащим. Мы, по крайней мере, попробуем затащить. Да. Бенни, дай 5. А как я тебе дам 5, если я даже не знаю, где ты? Все нормально. Все нормально. Блин, у меня даже 36 кадров. Ёлки-палки, ты же прикинь, как забить сервер. Даже оперативный. Ну, в принципе, бандикам делает свое дело, забирает FPS. Ну ничего, это нормально. Да, ты тут не единственный шпион. Вот, так кто-то привет YouTube пишет. Ну, понятно. Короче, зашли к нам. Сейчас нас с тобой чуть не убили. Все нормально. Мы сейчас с тобой пойдем в ту комнату и будем, знаешь, ходить кругами. Понимаешь, уже прошла целая минута, а погибло всего лишь много человек. То есть, получается, такими темпами нам будет полный гриздец. Но чтобы такого не произошло, мы будем бегать кругами. Мы будем тащить. Вот, за нами ходит Салтановский. Или как тебе правильно? Салтановский, да. И он как бы попытается с нами затащить. Так, просто главное не оборачиваться. Значит, самая главная задача Слендермена — убить тебя. И что-то там с тобой сделать, изнасиловать в лесу или что он там делает. Ну, никто, допустим, до сих пор не знает, что делать Слендермен со своими жертвами. Вот, Васек тоже мелкий путис. Путис! Дверь закрылась. Не знаю, выслышано на записи или нет. А, у меня же окно открыто. И ветер дует, и двери закрываются. Короче, вот так вот оно обычно все и происходит. 23 человека на сервере. Мне пишет то, что на сервер зашла армия. Ну, в принципе, что я сделал? Я лишь только делаю то, что я говорил. Я всем говорю то, что вступай в группу в Стиме. Хочешь, как бы, поучаствовать, поиграть на полном сервере. Допустим, если, допустим, какой-то режим давным-давно умер. И вообще все жопа. Просто, если режим классный, мы зайдем и оживим сервер. Вот это самое главное. Поэтому надо вступать в группу в Стиме, ну и ВКонтакте, если хочешь. Ну, в Стиме там в основном объявляются игры, а ВКонтакте объявляются разные голосования и всякое такое. Но в данный момент мы с тобой выживаем на карте Slender Fortress. Мы уже почти затащили. Этот постоянные голоса, допустим, медик, доктор, про медиковый доктор или какой-нибудь там медиковый доктор. Что? Не знаю. И вот, понимаешь? И в этом закономерность здесь такая. То, что вот там туалет. Смотри, вот. Ёлки-палки. Прикинь, неожиданный звонок. Но мы уже выжили целую минуту. Точнее, осталось выжить целую минуту. И, в принципе, пока мы тащим. Медик. Бесконечное посылание медика. Медику, наверное, не очень-то и хорошо. Смотри, до конца... Вау! А, вот он выход. 40 секунд осталось. Хотел сказать 40 минут, а то бы мы вообще бы тут не выжили. Нафиг. Нифига себе, там кого-то геем назвали. Так, в принципе, сейчас смотри. Открывается дверь.
затащили. Мы вообще мастерами кунг-фу не рождаются. Да ёлки-палки, дайте мне выйти. Вот сейчас, смотри, сейчас вот, сейчас я выиграю. Вот, смотри, сейчас вот эскейп будет, когда закончится. Кого-то даже убил. Ну, в принципе, можно, наверное, РТВ прописать. Давайте, наверное, РТВ. Нас атакуют! В данный момент нас атакует Слендер! Мы хотели поменять карту, но что-то голоса не набираются. Похоже, никто не хочет менять карту, и им нравится карта ФНАФа. Ну ладно, пусть будет карта ФНАФа. Сам-то смысл такой. Что проседает? Прикинь, не проседает FPS, а лагает. Прикинь, я вот сейчас играю... В смысле, нет? Чё это? Капец, смотри, уже убило 10 человек. 10... Кто? Что это там за... Иди, качконогий шестохват, ну-ка, уходим. Ай, капец, что чешется? Чешется, прям колоет, ужас. Ну, сейчас вроде все нормально. Это, наверное, просто сервер что-то упал на несколько секунд и потом снова поднялся. Небольшой парень вступает в игру. Так, все вроде пока что нормально. 4 минуты осталось. 4 минуты, и будем ожидать смены карты, если она вообще поменяется. Потому что там по времени совсем мало. Прям вот столечко времени осталось. Но хотелось бы, чтобы еще карту поменяли. За мной бежит. Вот так вот. Все. Мы ушли. Мы ушли, и вроде как тихо. Чё музыка играет, я не могу понять. Вроде за нами никто не бежит, а музыка все равно играет. Ну ладно, чё, будет у нас ФНАФовая серия. Ну ничего, еще 13 минут вот идет. Так что еще у нас успеем, может, карту поменять и поиграть чуть-чуть успеем. Так что ничего, все нормально. Наше задание эскейпнуться. Ну это понятно. Так, тут просто происходит всякий пипец. Пипец происходит. И сервер даже иногда лагает. Я не знаю, вставлю ли я это в видео, но не знаю. Ну, если вставлю, то ты поймешь, в чем идет дело. Если ты так по такой случайности не сумеешь. Беги! Беги, беги, беги! Опять! Это самолет, это птица. Нет, это connection problem. Беги! Беги, беги, беги! Беги, беги, да ты что ты... Спасибо, до свидания. Мы зарейдили сервер, и сейчас поменялась карта. Кто сумел зайти обратно на сервер, мы тегли могли догадаться, то что это был не конец. И снайпер. Collect precursors, open the door of surface. Yes. Я ни хрена еще не понял, но все-таки я буду собирать то, что будет выделяться из power cores. Power cars. Что-то с... Короче, батарейки? Нет, батарейки battery будет. Battery. Так что все понятно. Мы же американцы еще те, так что мы с тобой сегодня пройдем и найдем. Интересно, существует ли в... Да! Пытаемся записать последний раунд. Последний. Я не могу больше тут играть. Я не могу, просто-напросто. Запись идет 30 минут, серия, наверное, выйдет минут на 15. Это в лучшем случае. Но я не знаю. Хотелось бы, хоть что-то хоть бы осталось. Ты видишь, люди уже не понимают, что происходит. Они просто-напросто. Половина сдалось, но, в принципе, еще многие заходят. Но это, в принципе,
Сейчас будет конкретика. Это, прикинь, лагающий слендермен. Лагающий слендермен — это вообще жесть. Лагающий слендермен, прикинь, слендер, их много. О, это как? Как, вот как он на меня сел? Это сел он на меня как-то? Я не могу понять. Да, он на меня сел как-то. На меня сел я. Я не могу сам на себя сесть. Это просто, понимаешь, анатомически невозможно. Но видишь ли, в Team Fortress'е все мечты сбываются. Хоть это и не была моей мечтой. Да. Ага. Убежали. Все, убежали, убежали. Все, нам нужно найти еще три штучки. Это, короче, от нас. За нами бежит лагающий SCP-00-доктор. Нам нужно от него убегать. Точнее, он не просто доктор, он чумной доктор. Я обхитрю тебя. Ха, обхитрил, обманул чумного доктора. Это, прикинь, это SCP-00 чумной доктор. Я говорю себе, беги. А, епи-ка-ей. А-а-а! Чёрт! И чё? Чё ты там сел? Я тоже так умею. Чё ты, крутой думаешь? Да ты крутой парень, давай, врежь мне. Врежь мне. Давай. Я не смотрю на тебя даже. Хоп, а я вот так сделаю. Это намного серьезнее, чем я думал. Ну, раз уж такие дела. Думаю, наверное, надо сейчас закончить серию, а то прям вообще нахрен видео слетит и вообще ничего не выложится после этого. Так что давайте сразу закончим серию. Если вам понравилось, ставьте, кстати, большие пальцы вверх. Вступайте в группу в Steam, вступайте в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока, друзья. И приходи на следующие мини-игры. Точнее, не мини-игры, а на серверы. Просто в этот раз что-то все лагает. Ну, в принципе, вот так. Все. Всем удачи, всем пока.